В общем, друзья, не знаю, зря ли я это затеял или нет, но у меня появилась, по крайней мере, мысль это проверить. Но для начала, здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на новенькую серию по GTA 5 RP. И сегодня, нет, не Даунтаун и даже не Санрайз. Если честно, я даже забыл, я чисто рандомно тыкнул, ну, вот на какой-то из серваков, по-моему... Ричмонд, что ли, или не Ричмонд. Короче, сейчас где-то будет написано. А, собственно говоря, что происходит? А, имя, значит, да? Ну давайте, Грегори Базукин. Не знаю, первое, что в голову пришло. Так, 30 лет, создать. Ага, а есть тут, да, рандомно, можно как-нибудь, подожди, стоп, где тут рандомно, схожесть, ну, допустим, ну, что-то, ну, как-то, нет, да, рандомного ничего, ну, шорты, главное, песочные шорты. В общем, друзья, что происходит? Продолжить. Ага. Друзья, ну, что я могу сказать, я нахожусь прямо сейчас на сервере, это Ричмонд же? Да, Ричмонд, все, я просто что-то, как куда-то тыкнул и даже не успел посмотреть. В общем... Я решил кое-что проверить. Не знаю, вот опять же, может быть, вы поддержите эту идею. Я понимаю, что там не в ближайшее время, может, пройдет время. Я не знаю, чем сегодняшняя серия закончится. Но меня порядком немножечко подзаебало, что, по крайней мере, на моем серваке Даунтаун мне, ну, блядь, мягко говоря, не везет. Что с летним пропуском, что с этим самым новым этим ивентом, который... Кстати, он не закончился еще. Ну, не ивентом, а этот, новая коллекция, хотел сказать. Но новый вот этот праздничный кейс в честь двухлетия этого проекта. А что в обычных кейсах? Я, блядь, за все время нихуя не выловил. Вообще, блядь. И Максу, например... Ну, он, конечно, побольше открывал, но ему на Санрайзе повезло. Ну, уже несколько раз, там, тот же Макларен и все вот это вот. Я думаю, что многие в курсе. Так вот, что если я буду пробовать, ну, так вот, опять же, как сегодня, заходить на разные серваки и тестировать их удачливость, удачность. Ну, типа, как звучит странно, но мне просто пришла эта мысль в голову. А вдруг вот реально у меня лично эта проблема на Даунтауне? Я уже настолько просто, наверное, отчаялся, что решил реально попробовать. Другое дело, меня волнует вопрос. Я понимаю, что, наверное, я чересчур, блядь, верю в везение. Но если мне, блядь, повезет, что мне делать потом с тем, что мне выпадет? Ну, это я так, знаете, уже загадываю наперед. Ну, вдруг, типа, реально что-то ебанет, какая-то пиздатая тачка, не знаю, еще что-то. Типа, нелогично, да, получается, потому что, как бы, я-то играю на Даунтауне. Короче, я не знаю, это просто вот, по крайней мере, сегодня я захотел проверить. А что мы делаем? F10. Годовщина. Так, значит, получается, а что мне нужно, подожди, купить билет? Выиграть билет? Подожди, билет это билет. А, точно, мне нужны эти, как его, блядь, колокольчики. Есть у меня маленькое подозрение, что затеял я, как обычно, какую-то хуйню, если честно, потому что... Ай, блядь. Так, ладно, допустим, кейс годовщины. Ну, то есть, вы помните, да, как только этот кейс появился, мы с Максом встретились. Это было на Санрайзе, кстати. Кстати, на Даунтауне-то я не пробовал. Но все равно, блядь, учитывая вот этот летний пропуск, я хочу забыть нахуй вообще эту историю. Все, я понял, что, типа, мне ничего не светит. Поэтому сегодня, быть может, кто-то там меня сейчас услышит. И как-то это, ну просто, ну реально, ну как так? Даже из обычных кейсов, почему, ну я не могу ничего вытащить? Ну вообще ничего, вы понимаете? То есть ничего. Не сказать, опять же, что я их открыл миллион штук, но, блядь, поднапрягает. Поднапрягает, потому что кому-то падает, даже, например, взять Максона. А, как бы, и вот тем более сейчас этот ивент, ну как бы, ну не ивент, ну вот этот редкий, лимитированный кейс. Короче, допустим. А, что, попробовать по Макс, ну, по тактике Макса, я не знаю. А, ну, понятно. Ну, короче, то же самое, я так понимаю. Я вот только не знаю, сегодня попробовать, наверное, для... Если вот, ну, так прям рассуждать, для чистоты эксперимента, наверное, логичнее попробовать и эти, и как бы обычные, да? Потому что мы примерно помним, что максимум, что там мне выпадало, это мотик за 7к. И то, как бы, далеко не с первого раза. Поэтому, чтобы было какое-то понимание, блядь, одни билеты, я понял, короче. По-моему, пиздец, да? Не, вы можете, конечно, написать в комментариях, например, какой-то, может быть, определенный сервак, на котором, вот, если вы не на Даунтаун, не на Санрайзе играете, не знаю, просто вот я там в гости загляну хотя бы, знаете, хотя бы для разнообразия загляну в гости, блядь, я не знаю, потому что... Понял, короче, минус...
Там, подожди. Не, я так понимаю, блять, я же запнулся. Эта херня выпадает намного чаще, чем из летнего пропуска. Ну просто я сейчас вспомнил сразу, сколько я за ней охотился, блять, и как это было. Я понял, не, ну ладно, хорошо. Правда, они останутся здесь, а не на даунтауне со мной. Как-то быстро время пролетело, поэтому я рискну. Наверное, не знаю зачем, но рискну, короче. Раз уж я здесь, значит, еще раз F10. Ой, подожди, ну можно и так. Захожу сюда, открыть, допустим, 5 раз. Между кибертраком и Vision 6. Классно. Не, мне просто, знаете, я почему-то, я не знаю, обычно я настроен хуёво, но сейчас я был настроен... бля, попёрло, я смотрю, да? Я сейчас настроен, типа, на то, что, а вдруг реально ебанет. Только у меня реально вопрос тогда, что мне, блядь, делать с этим? Ну, потому что оно останется здесь, блядь. О, что такое? Маска киберпанк? Бандана? Ну, шапка эльф. Подожди, стоп, мне кажется, или это, кстати, неплохо? Потому что, типа, подожди. Вот эта маска, кстати, может быть, что-то и стоит, нет? Или я не прав? Подожди, инвентарь. Маска киберпанк, надеть. Она как-то включается или что, блядь? Подожди, а как ее? Включить ее можно? Или что? Подожди, что с ней? Что с ней можно сделать? О, что? Фига! Подожди, а она, кстати, ценится или нет? Хрена! Просто я впервые такую вижу, потому что, ну, как бы у меня, естественно, ее не было. Подожди, она продается просто так? Мне кажется, что нет. А может быть, я ошибаюсь, потому что я же не модник, блядь. Я это, может быть, за моду там за многое не, за многое не шарю, но, бля, прикольно. Ну, что-то, типа, необычно. Просто не знаю, насколько она может часто выпадать там, или вообще продается она или нет. Ну, так-то прям прикольненько. Я что-то даже офигел. Еще шапка эта. Ну-ка, подожди, где эта шапка? Рождественская. То есть, типа, на фоне того, что у меня было в первый раз, я могу уже знать. Ну, понятно, что не машина, которую хотелось бы увидеть, но, типа, это даже очень годно. Блять, ладно, хорошо, допустим. А так, открыть. Один раз скрутанем. Билет. Ну, билет это самое популярное, что может выпасть. Так, фу, блять, я уже по привычке говорю, билет еще раз. Билет еще раз, в принципе, так оно и есть. Так, ладно, X2. Блять, сброс от КД, непонятно, что, блядь, значащий. И билет, понятно. Наверное, больше ничего не упадет. И билет, понял. Ладно, допустим, ну, если сравнивать, то получше. Похуй на этот кейс годовщины, не знаю, прям вот, ну я типа, ну хуй знает, короче, и пока очень-очень странно, но допустим, главное, что я бля, может еще попробовать, а? Ладно, друзья, я не сдержался, не знаю, насколько это верно или нет, но давайте еще 2800, просто ради вот, ну вот еще финальной, так скажем, проверки, раз уж я сюда заглянул, блять, ну вдруг реально, ну это же будет пиздец, блин, может какая-то обычная машина хотя бы выпадет, хотя они тут в принципе все необычные, еще одни палочки продолжить, так, X2. Понял. Ага, понял. X1. Понял. Так, а у меня еще 300 колокольчиков осталось, между прочим. Нахуй я купил две этих самых, 2800 или сколько там было, если 300 я не могу потратить. Ладно. Окей. Окей, допустим. Мои призы, так, это ладно. Хорошо. Переходим к второму заданию, которое я сам себе поставил. Это, так, где курсор-то? Курсор-то где? Курсор тут. Я какую-то хуйню затеял, блядь, сам в нее поверил, сам решил, блядь, сейчас это проверить, блядь. Так, не-не-не, подожди, нет, это мы уже посмотрели, голд, значит, блядь, только не все, конечно, хотелось бы, но, ладно, похуй, X5. Так, ДП, угу. То есть даже бабки, ну, 2 широна, правильно, конечно, даже бабки, которые мне сейчас, они здесь... Бля, ну типа, знаете, вот так, я, конечно, понимаю, что сейчас громко, даже после вот такого открытия малого делать вывод, ну что-то как-то лучше. Ну типа, я вообще, ну типа, BMW 3 E36, это почти праздник. Потому что самое дорогое это выпадало за 7000 два раза. А чтобы даже тройка за косарь выпала, матрешка, то есть это прям надо мне, блять, постараться. Бля, реально, прикиньте, ебанет сейчас. Вот, ну типа, шутки шутками, но... Да не, конечно, вряд ли, блядь. Тем более, это, сколько, какой сейчас? 8 штук я крутанул, да, получается? Бля. Не, я не могу как Макс просто засесть сейчас и вот... Хотя, бля, может попробовать в ноль, чтобы был хотя бы какой-то опыт от эксперимента. Какое-то заключение, чтобы я мог как доктор, блядь, дать, что типа... Как-то связано это или нет? Потому что пока, ну, не то что непонятно, но все равно, есть у меня... Блядь, две машины за косарь.
Ну, понятно, что это хуйня, да, опять же, ну, то есть это не прям вау, блядь, но для меня вау. Для Макса было бы не вау. Для меня это как бы прям... Что-то даже, блядь, странно. Так, ладно. То есть у меня чистая теория сейчас могла тачку уже быть на Ричмоне. Ой, блядь. Чё, все что ли, слить? Ладно, X5, похуй. X5. Ну вот эти бабки, которые вот... Блядь, я почему-то подумал, что сейчас до Широна дальше перелеснется. Забыл, что я моменталку нажал. Так, ладно, давай не моменталку. Давай не моменталку, допустим. Да нет, это все хуйня какая-то взбрела мне в голову. Не, может быть, ради прикола я еще разочек на какой-нибудь другой бы заглянул. Потому что пока я не могу сделать какой-то вывод. Ну, блядь, смотри, а сколько он стоит? 400, да? Он 400, а, ну тогда ладно. Тогда неинтересно, блядь. Так, ладно, моменталка. Блядь, ну типа, знаете, вот я бы почувствовал, что что-то, блядь, не то, если бы сейчас выпала тачка за 7к. Я бы тогда мог сделать такой, как бы, почти вывод, что, бля, пацаны, что-то как-то на даунтауне у меня проблемы, походу. Но нет, две тачки за косарь, бля, три тачки за косарь, бля, для меня это реально многое значит. Вы даже помните по битве кейсов там с Максом, даже ему так часто, бля, подожди, это уже интересно, нахуй, это уже, блядь, интересно. Я говорю, если за 7к выпадает что-то, то это прям, блядь, знак какой-то, что ли, что типа, блядь. С другой стороны, блядь, нахуй это делаю? Блядь, ну что это за хуйня? Этот Мерседес, блядь, и Широн, и между ними ебаная маска, блядь. Ну нахуя она мне нужна? Короче, походу, я сейчас тихану и все, да? До конца. Бля, ламба, я бы охуел. Бля, ну с другой стороны, Макс уже выпало, блядь, с первого почти, да, прокрут, или с первого этот, Макларен. То есть это же может быть, просто, ну как-то, блядь, как-то надо постараться, блядь, не, или что? Бля, ну Рич, ну звучит пиздато, да, как бы, Рич... Богатый, мэн, человек. Так вот, я пришел, чтобы им стать, блядь, сюда. Как бы, я вот пришел, чтобы как бы... Ну, блядь, ну за 7к выпади и все. И... Ну что, сложно, что ли? Я не понимаю. Я бы продал и сказал, пацаны, надо идти на другой проверять. Бля, все, пизда, короче. Ладно, x5, оп. Да. Еще одна закосарь будет хотя бы? Ну просто, я говорю, даже эти три как бы норм, но, бля, еще, давай, блядь. Ну ебани, ну чё ты, бля, я пришел на Ричмонд, бля, ну как раз я бы угарнул сам над собой, что у меня теперь тут есть какая-нибудь, блядь, тачка, которая стоит 7к. Ну я бы её, естественно, продал, потому что, как бы, бля, ну вот сейчас могло еще за косарик ебануть. Ладно, ну-ка. Бля! Ну у меня такого не было в даунтауне, я реально говорю. Не было такого. Блядь. Ну, не знаю, все равно, конечно, это все как-то очень странно, но... Да продавайся ты уже, блядь! 1780, X2. Блядь, за 7к, если я говорю... Бля, ну пиздец, ну нахуй мне эти бабки, блядь, которые... Блядь, ебать, я обосрался сейчас! Это было нормально, кстати! Ладно, давай не мгновенно, а просто так. Короче, по итогу, что я могу сказать? Все равно, конечно, не то, что я ждал, ну все, пиздец. Да, конечно, да, естественно, блядь, естественно, я другого, блядь, и не ожидал, понятненько. Ребят, ну, не знаю, что можно, какое заключение дать этому открытию, по крайней мере, для разнообразия и для проверки, ну, типа, в общем, если взять сумму потраченную и то, что падало, это все равно лучше, чем на даунтауне, плюс вот эта шапка... Плюс еще и маска, которая... Вдруг они, блядь, ебнутся, сколько стоят? Я же этого еще не знаю. Это вот в комментариях напишите. Может, мне сейчас реально фартануло даже с этой маской хотя бы и так, и, ну, и шапкой. Короче, не знаю. Я бы, может быть, как-нибудь еще куда-нибудь как-нибудь попробовал сунуться, но... Заключение сложно сделать. По крайней мере, я попробовал. Вот мне пришла в голову идея просто, почему бы просто не пойти на другой сервак и там не попробовать. Собственно, попробовал. Ну, чуть лучше, но... Конечно, не то, что, как бы, я ждал, естественно, блядь. Так что, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете. Стоит ли еще как-нибудь попробовать на какой-то, и на какой, кстати. Хуя, тут машины, блядь, левитируют, оказывается, на Ричмоне. У нас такое, блядь, на даунтауне, да, даунтауне такой хуйни не бывает, блядь. Нихуя себе. А что, она прям реально зависла? Я понял, нормально. А, то есть это что-то из будущего, блядь. О, нихуя приземлилась почти. В общем, друзья, напишите в комментариях, пожалуйста, что вы думаете, и как бы, если стоит повторить, то где, и вообще стоит ли, блядь, ну чисто ради эксперимента, опять же, повторюсь. Друзья, огромное спасибо всем за просмотр, оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии, оставляйте ваши комментарии, до новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.